Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снимаю видео довольно по печальному поводу. Мои любимые рыбки заболели бактериалкой, азиаткой. Заболели они, ну, я сама виновата, то, что они заболели. Кто следит за моим каналом, знает, что недавно я купила новых дискусов. Этих новеньких я, конечно, подержала в карантине. Они все здоровенькие, нормальные. Но я сделала большую ошибку. Перед тем, как запустить их в аквариум, мне надо было с аквариума взять одного дискуса и подселить к ним и проверить, не являются ли эти новенькие переносчиками заболевания. Я этого не сделала. И поэтому в том, что заболела рыба, виновата только я и больше никто. Ни продавец рыбы, никто. Я никого в этом не виню. Слава Богу, что я как бы уже когда-то давно, 5 лет назад, сталкивалась с этим заболеванием. И я заметила на первых стадиях уже это заболевание и вовремя как бы заметила признаки. Рыба стала как бы такая пассивная, некоторые перестали кушать. Потом я увидела, слизь стала немножечко, чуть-чуть, вот в первой стадии. Как только я заметила, что слизь начала отходить, я все поняла. Потому что новеньким все хорошо, они замечательно себя чувствуют. А все мои старенькие, кто был, ну, может быть, не все, но многие, я же заметила, что они показывают признаки своего бактериального заболевания. Я не стала долго думать, я всех, кто показывал, не показывал признаки, я их всех отсадила в ванну, потому что другого такой большой емкости у меня нет для такого большого количества рыб. Сделала это вовремя я. И ну, как бы здесь произвожу лечение. Про лечение будет снято отдельное видео. Я каждый день буду, все, что я делаю, каждый день буду снимать видео. И посмотрим, к чему это мое лечение приведет. Надеюсь, что все-таки эффект будет положительный. Надеюсь, что потери все-таки не будет. Поэтому поэтапно, по каждому дню будет снято видео, смонтировано все в один ролик. Будет называться оно «Это бактериалка у дискусов. Лечение. Часть вторая». Это первая часть видео. Как бы тут видно, да, что он, рыбка, видите, как бы лежит, да, вот так вот на боку. Это уже первые признаки. Ну вот, как только закончится курс лечения, я выложу видео. Видео будет состоять из 3 частей. Первая часть – это которую сейчас снимаю. Вторая часть будет лечение. И третья часть где-то через неделю, через 2 после лечения, чтобы знать, что и как. Ну вот, на этом пока и все, дорогие друзья. Будем надеяться, что лечение пройдет удачно, и я вас смогу вам потом порадовать своими рыбками здоровыми и счастливыми. Спасибо за внимание. До свидания. Здоровья вашим рыбкам.